магистр, пора уже задуматься о следующей фазе нашего великого плана. Не соглашусь. Вспомните, наша предыдущая акция зашла на ура. Все, что нужно было сделать, это увеличить экран смартфона и добавить бровку. И снова каждый готов отдать за это все до последних трусов. Воистину, человечеству уже не нужны новые пророки. Каждый раз не перестаю удивляться. Создаешь для них новых технобожеств, а они... Люди не меняются. Сегодня бровка, завтра дырка. И хомячий колесик продолжит вертеться. И, пожалуй, уже нет необходимости в кампании по этапной имплантации чипов безопасности. Жаль. А мне так нравился этот слоган. Спокойствие духа бесценно. А вам еще не надоело играть в демократию? В смысле? Я про очередные выборы в одной восточноевропейской стране. С Рейганом-то еще куда ни шло. А это что-то новенькое. Вы про Зименского? Ну вы же знаете мою любовь к искусству. Есть еще одна проблема, требующая нашего внимания. Илон Маск. Что на этот раз? Он слишком много себе позволяет. Посвящение Илона во внеземные технологии в Неваде, возможно, было нашей ошибкой. Он может повторить судьбу Николы Теста. Да уж. Не хотелось бы снова использовать метеорит в качестве затычки. Судьба всегда иронична. Боюсь, Илон Маск — это самая маленькая из проблем. Судите сами, господа, мы теряем хватку. Люди стали догадываться, что Земля плоская. Антипрививочники вышли из-под контроля. Наша затея с персональными компьютерами превзошла все ожидания. Использование такого потенциала для просмотра порно и котиков, политика, криптовалюты, военные конфликты. Все выходит из-под нашего контроля, господа. Великий план может провалиться, если не начать фазу сейчас. Иначе что мы скажем им? А как там наши иллюминатики? А ну-ка быстро по коечкам. Оголили булочки. Обещаю, Бобо не будет. Я первый.